Вот ты пупок, молодец, вот тебе очко. Молодец, хорошо себя вел в этом году. Так, это кто у нас? Ловис 00. Не знаю, кто такая, но вроде тоже хорошо себя вела. И тебе очко. Молодец. О, Томчик, привет! Это тебе, кстати, очко. Молодец, заслужил. Картофаночка, почему-то фиолетовая, ну ладно. Тебе тоже очко. Так уж и быть, забирай. Банан, брат, привет! Банан! Очко. Так, Мия, ну Мия, понятно, очко ты. А ты уже молодец в этом году, ты уже с очком. Ага, остался карась, надевай очко. И кто это? Стасик, это Стасик. А, о, Стасик. Ну, я, кстати, я не знаю насчет Стасика, ей давать очко. Ну, как тебе сказать, ну, я бы придержал его возле себя, я бы ей не выдавал очко, ну, а чё она будет, как самая левая здесь в этой команде, поэтому да, выдай, все же выдай, давай. Ну ладно, держи, это тебе. Все, молодец, все молодцы, молодцы. А у меня очко-то есть, у меня тоже. У тебя есть очко свое, да. И все это, Катюха, благодаря тебе и благодаря тому, что мы в предыдущей серии Чпуньку наконец-то бан влепили! И больше Чпуньк не будет нас здесь шантажировать, угрожать угрозой жизни и вот это все остальное. Поэтому, Катюха, спасибо, что вернулась, и спасибо, что всем очко вернула наконец-то. Погоди, Чпунька сегодня нет? Чпуньк в бане! И больше он оттуда не вернется никогда, он вообще всех достал. Я не буду играть, я буду играть только в присутствии своего чпунька. Да в жопу этого твоего чпунька, он нам щитами не разрешает играть. Все, пускай он там сидит в бане, а мы тогда пойдем сразу жопы поморозим на Северный полюс. Давай, Катюха, первый раунд. Стасик пропердасик. Ну это хорошо, что хотя бы она второй убийца, а не вот этот вот Отомчик! Пропердотомчик! А ты карась меня не тыкай! А ты карась меня не тыкай! Я тебе так сейчас тыкну, перетычешь просто! Тыкает он меня, потому что вот этот Отомчик, вот он такую фигню сделал в предыдущей серии! Сейчас все ходят и просто тыкают меня! Вот что вы ходите тыкать-то меня? Потому что Отомчик вот тут табличку поставил, меня здесь закрыл в этой комнате и сказал то, что здесь зоопарк! А погладить животное стоит 50 рублей! Поэтому я сначала вот этого карася запердашошу, потом вот этого банана запердашошу, а потом вот этого Отомчика запердашошу, а потом такой план проверну, который я придумал вот вчера ночью, чтобы отомстить Отомчику и вот просто и всем остальным. Большая надежда на то, что сейчас Стасик кого-то тоже сможет закокать. Здесь у нас бежит Отомчик и Ксюха. Это хорошо, только самое главное, чтобы Стасик Катю не кокнула, потому что я хочу, чтобы Катя, ну, немножко пожила хотя бы. От меня вроде все как ушли, поэтому я сейчас выключу свет, вот так вот, и побегу куда-то вот, давай, иди чини, Отомчик, и побегу куда-то вот сюда, и за собой закрою дверь, ага, вот так вот, вот здесь спрячусь, вот, опа, вот здесь, в люках, вот так. Вот пускай все чем-то занимаются, ходят, выполняют задания, сдрысни отсюда, Стасик, иди кого-то убей, а не стой здесь над головой. Вот, допустим, выключить реактор и свалить куда-то вот в эту сторону. Пускай все пойдут, будут чинить реактор, а я пойду дальше, буду продумывать мой план. Так, ага. А Стасик у нас большой молодец. Пока я там кукарекал и свои истории рассказывал, Стасик делом занималась, уже кого-то кокнула, вот. Поэтому надо отсюда сваливать как можно скорее, потому что если кто-то меня сейчас здесь увидит, то поймет, что я убийца. А это, тут у нас кто такой красивенький стоит, а? Ой! Катюшечка, да я ее даже убивать не буду, потому что у меня идея есть получше. Это Катя. И как вот, и вот как ты сейчас оправдаешься, а? Бежал я, короче, через вот эту вот комнату, вот здесь. И вот за пупком, за стенкой валялся труп. И как только я побежал вот туда, в ту сторону, там Катя стояла в углу и что-то пряталась. Ты, Катя, никак объясниться не хочешь, а?
В смысле, Катя стояла в углу и пряталась? Я задание выполняла, ты же мог это прям видеть. Я там стояла, что-то складывала, там надо было какую-то карточку запихнуть в зеленую фигню. У меня алиби, я вам могу пересказать даже задания, какие я делала. А почему ты труп тогда не зарепортила, который вот здесь почти возле тебя в 2 метрах валялся, а? Так мне кажется, это 100% Катя. Она или слепошарая, или просто кокнула того, кто там валялся. Как я могла кого-то убить, если я выполняла задание? Может, я не видела, может, это случилось во время. И вообще, это ваш этот Хрейд убил. По-любому, голосуйте за Хрейда. Это он. Так Хрейд же с нами сегодня не играет, Кать. А, да? Ну, в любом случае, это не я, отстаньте от меня. Так, это, наверное, банан, он же желтый, давно мы этому правилу не придерживались. Ладно, давайте тогда пока пропускаем. Давайте. А вот сейчас настало мое время. Время для моего плана. Значит, сделали из меня вот это животное в зоопарке, да, значит, тотемчик? Но ничего. Я сейчас вам всем отомщу, кто здесь находится. Я вот кого-то кокнул, вот даже не знаю кого. А кто там у нас в этой комнате-то находился? А здесь вообще кто-то был? А, ну вот, главное, чтобы сюда никто не зашел. Головку хорошо так спрятал вот туда, вот там и валяйся. Это же вроде пупок был, если не ошибаюсь, хотя какая разница? Мой план заключается в следующем. Сначала надо подойти вот сюда, опять скопировать вот так вот в люк. И побежать в эту сторону, выключить свет, чтобы меня никто не видел, и сделать ту же самую фигню, которую делал Отомчик. Вот где-то, вот, опа, вот так, и сейчас быстренько свалить куда-то вот сюда в джунгли, чтобы меня никто не заметил. После того, как я свалил из электричества, мне надо еще раз зайти в люк вот так вот, чтобы вот там пропал люк, который находится в электричестве. Господи, там сложная схема, но ты сейчас вот это все сами все увидите. Свет починили, молодцы, все, уже, наверное, даже все разбежались где-то по карте. Вот, я сейчас сюда подхожу, и здесь люка вот этого вот нет. Потому что после того, как я здесь сделаю вот такую яму, если я прыгаю в люк, то отсюда люк пропадает. Я знаю, сложно, но понять возможно. Бежит. Бежит. Ну ты беги. Да. Свет вырубили! Иди свет чини, чё тварь! Ладно, надо пойти починить свет, потому что если что, то Катюха меня спалит. Ты, главное, раньше времени вот туда, в яму, не упади, потому что я хочу, чтобы туда все упали. Свет починили, молодцы. А сейчас валим оттуда в яму. Не падай в яму. Все, я пойду дальше вот это смотреть в камеры. Ага. А после того, как все разбежались, надеюсь, что Кати здесь тоже больше нет, я сделаю то же самое. Но только сейчас у нас будет настоящий зоопарк. А вот сейчас самое главное, чтобы все сбежались вот сюда, в эту комнату электричества, чинить свет. Потому что я просто всех закрою именно вот здесь. Вот чтобы Катю в ловушку заманить, даже читы никакие использовать не надо. Вот сама туда попадается. Вот, смотри, Катюха, вот, да-да-да, вот. Погладить животное 50 рублей, вот. Сусличек ты мой хороший, вот такой вот. А сейчас подвинься в сторону. Сейчас свет надо вырубить и ждать, пока вот сюда прибегут просто все. Бежит картофаночка. Ну как бежит, еле как топает. Давайте, заходите. А сейчас, Катюха, не удивляйся, самое главное. Опа, вот так. И сваливаем вот сюда. Еще раз залазим в люк, чтобы там люк в электричестве пропал. А вот сейчас настоящий зоопарк открывается. Пошли, Стасик, ты где? Вот сюда, ты потерялась. Вот сюда. Стой. Вот, иди за мной. Ну вот, все. Люков как бы нет. И получается, Стасик, то, что из этой комнаты даже никто выйти не сможет. Я вам сейчас так потыкаю. Я вот эту табличку вашу, чертовой бабушке, сейчас сломаю. Вот это вот. Погладить животное за 50 рублей. И знаете, что я сейчас сюда напишу? Животных не гладить. У них заразное бешенство. Вот так.
Ага! Поэтому фу, мы отойди, Стасик, отойди обратно, вот это отойди, если бешенством не хочешь заразиться. А сейчас знаете, что я с вами сделаю? А я просто реактор выключу. И даже вас убивать не буду. А зачем их убивать? Чтобы они труп зарепортили, нет? Я просто здесь буду так стоять и просто буду смотреть на то, как вы страдаете здесь все вместе. Как жалко то, что здесь Отомчика нет. Ой, я бы над ним сейчас поиздевался. Так же, как он издевался надо мной в предыдущем ролике. А мы с тобой, Стасик, я не знаю, просто постоим, просто посмотрим на этот зоопарк. Да как ты так все продумываешь, я не понимаю. Мы с Бананом были в электричестве, мы через эти дыры не могли пройти, чтобы саботаж починить. Даже призраки саботаж починить не смогли. Вот видите, просто вот так за секунду весь вот этот зоопарк перекокал. Даже не убивал вас, а игру выиграл. Вот ты, конечно, красавчик. Уважаю тебя. Надо было вот этих всех запрятать в этой яме. И все, и даже не кокая, ты выиграл. Ты понимаешь, ты даже никого не убил и выиграл. Уважаю, уважаю. Да домой, парень, видели? Молодец. Да? А я думал, ты меня ругать будешь, как это всегда чпуньк делает. А она меня, наоборот, похвалила, получается. Так это же великое мастерство. Я, конечно, сначала вообще нифига не поняла, что произошло, а потом как поняла и подумала, что, ну, ты же, наверное, мстишь за что-то, да? Я тут вообще ни при чем. Поэтому ладно, ничего страшного. Ну, конечно, этому квадратоголовому вот мщу. Вот жалко, Отомчик, то, что тебя там в этой яме не было, а? Ну и хорошо, что меня там не было. Зато у меня от бешенства не будет. Ну вот, а сейчас можно немножко расслабиться. Вот, все остальные, посмотрите, то, что я выполняю задание в самом начале. Рычаг берем, рычаг ставим, открываем, потом сюда нажимаем. Вот, проверь, ага. Чтоб потом на меня бочку не катили, то, что я убийца. Так, метод исключения же у нас до сих пор работает, получается, да? Но я не буду его использовать, потому что я знаю то, что он много кому не нравится. И, кстати, я сейчас видел то, что Катя выполнила вот это вот задание. Реально выполнила. Получается то, что Катя тогда 100% не убийца. Я вот этот метод исключения испробую только на Катя. Ты сейчас сдрысни, бабуин, отсюда, сдрысни. Молодец, Катюха, все, я сейчас тоже пойду и тоже где-то буду выполнять задание. Эту игру я также должен затащить. Так, тыкаем на рычаги, вот так вот, быстренько, опа, и идем вот сюда. Так, ты, Стасик, иди отсюда, потому что я уже Стасику что-то не очень доверяю. А чё ты здесь тусовалась, у меня такой вопрос, Стасик? Если здесь задание было, почему она тогда его не выполнила? Первое подозрение на Стасика. Нужно за ней вот сейчас тщательно следить. Она же побежала куда-то вот в эту сторону. И Карасёсечек сюда тоже прибежал. Так, здесь задание выполнили, молодцы. Пошли, Катюха, пошли. Вот сюда за мной, вот сюда. А вот это я люк вот этот сделал или не я? Ты главное сюда не упади, а то потом опять отсюда не выберешься. Пошли вот сюда за мной. Кать! Не вс... Так... Она сейчас на люке стояла. Не-не-не-не-не-не-не-не. Я же проверил, она не убийца. Так, картошка у нас выполняет задание. Картошка. Да господи, мать моя женщина. Картошка тоже не убийца. Хорошо, картошка, я проверил. Так. А чё, убийца Шрек? А чё? Так он. Так Лера с нами сегодня не играет. Господи, Отомчик, балбес, честное слово. Чё он тычет? А ты чё за сральником пряталась? Так Леры нет! Сегодня чё вы тыкаете-то на эту табличку? Лера сегодня с нами не играет! А это у нас кто там такое задание выполняет? Метод исключения все же до сих пор работает. Мия! А ну ты отойди в сторону. Ага! Вот, реально не убийца! А вот ты, Катюха, смотри! Я сейчас тоже выполню задание, чтобы Катя просто убедилась, чтобы потом на меня не гнала. И сюда! Дуримон, да в эту сторону, вот сюда! Вот! Тыкни на кнопку! Тыкай давай! Ага! Вот! Видишь, я тоже не предатель. Пошли еще какие-то задания выполним. Вот, допустим, подожди, сначала реактор починим, а потом задание выполним. Иди сюда. Катю бы еще научить вот это реактор чинить и саботажи чинить, потому что она до сих пор не знает, как это все делается. Сейчас, короче, бежим вот в ту сторону. Я надеюсь, я не только один это видел, да?
карасёчек, вот этот пропердочек, ты вот ты сейчас что-то хочешь сказать сразу же, а? Или сразу тебя за борт кикать? А, в смысле? А что мне вот говорить? Катюха! Да это, даю слово тебе, я вообще молчать буду. Не прикидывайся дурачком, карась, пожалуйста. Мы выбежали, тебя вдвоем спалили, поэтому у тебя даже никакого алиби нет. Вот и все, голосуем за карася. Ты за придурков нас не держи, мы видели, как ты в люк шлюпнулся после того, как убил кого-то возле сральников. Вот, я и Катя могут это подтвердить. Карась 100% убийца. Голосуем за карася. А следующее подозрение у меня на тебя. До побачення, карась. Вот и молодцы, вот и первого предателя вычистили, все, а сейчас просто бежим куда-то, бежим, вот так, у нас получается, я не убийца, Катя не убийца, Мия не убийца, картошка не убийца, методом исключения. И в итоге у нас остается в живых еще Пупчина и Ксюха и Стасик. И вот сейчас надо проследить и за одним, и за другим, и за третьим. А вот и Пупчина прибежала выполнять вроде как задание. Но я посмотрю, выполнит он его или нет. Подойду пока сюда на рычажок, потыкаю хоть здесь как бы задание или... Давай! Ты на меня не смотри! Прошел, Пупок, да, все, прошел. Осталось проверить Ксюху, и тогда я на 100% уверен, что убийца у нас Стасик получается. Так, здесь задание есть, вот и я тоже на всякий случай его выполню, чтобы быстрее победить. Опа, вот так, все, и валим вот сюда. Ага. А вот тебя-то я как раз-таки искал, ну, в смысле, не тебя, Катя, а вот Ксюху. Отойди. Молодец. Все решено. Все, пошли, Стасик пропердасик. Я же почти с первых секунд этой игры сразу понял то, что это Стасик, потому что она себя как-то очень прям подозрительно... Ага! Еще и трупачело валяется на этом же самом месте, где Стасик убила кого-то в предыдущем раунде. Вот ты, Стасик, вот ты так палишься, но ты бы хотя бы людей в каких-то других местах бы убивала, а? Ну почему ты постоянно на меня гонишь? Это не я! Катя, защити меня! Он меня опять обижает! Ты че, разревелась, кобыляка? Это... Я всех проверил! Каждый, кто находится в этой комнате, выполнял задание, кроме тебя, Стасик! А чё я-то? Я ничего сказать не могу, я никого не видела, поэтому никого защищать не буду. Мне бы себя это самой защитить. Угу. Ну вот и все, Стасик пропердасик, до свидания, чао бомбино, вылетаешь. Поменьше просто пались, ага. Ну вот, а вот и победа. Я же говорил то, что все как-то слишком просто у нас по... Так. Карась при мне и при Кате прыгнул в люк. Стасик единственное, кто не выполнил задание в этой комнате. Тогда у меня вопрос, а почему игра-то до сих пор не закончилась, а? Ну так вы на месте-то не стойте, а задание бегите выполнять. Вы видите то, что у нас здесь осталось вот 4 примерно задания. Ну ладно, не 4, 8 заданий осталось выполнить. И после этого мы сразу же победили. Только я сейчас в душе не чаю, где у меня... так ядрить-то колотить, умные-то какие. Еще и задания выполнить не дадут, еще и реакторы эти чинить надо. Чтобы сейчас хотя бы кто-то его починил, а не так, как это было в предыдущем раунде. Ну... Пупок, в другую сторону туда давай беги! Вот, все, молодцы! Господи, так, а кто у нас получается убийца, тогда я не могу понять. Все, выполняй задание, пошли, Катюха, пошли. Тут еще тогда получается у нас осталось где-то одно задание в лаборатории, вот. Где-то вот здесь получится, вот здесь задание. Сейчас, подожди, я тыкну вот сюда на эти рычаги. Вроде одно и это же задание, я уже третий раз прохожу. Или как конь получается на... Как? Ладно. Четвертый раз прохожу одно и то же задание. А как Катя была убийцей, если Карась и Стасик?
Откуда Катя-то убийца-то взялась? Ты чё троих только что кокнула за одну минуту? Ты как всех убила-то, Кать? Ты с кресла жопу подними, в потолок глаза не отводи, встань вот сюда и расскажи, что это сейчас за фигня была. Подожди, Карась, ты был убийцей? Да, я был убийцей, я в люк прыгнул, а тут это как это? А вот и в чате написано то, что убийца Стасик. Катосик, пропердосик, и аймчлен, вот этот шел, ну сложный у тебя ник, Карась. А вот сейчас я вообще ничего не понял. Так ты всю игру убийцей, что ли, была? Да не смотрите вы так на меня, а чё я-то? Вы посмотрите, кто у меня парень-то, у меня ж парень настоящий читер, а мне надо ему соответствовать. Вы думаете, я ролики его не смотрю, что ли? Конечно, смотрю, и все вот эти вот туториалы у него беру. Между прочим, я твою кнопочку нашла, которую ты спрятал в шалкере, поэтому не удивляйся, чё ты хочешь-то? Какую кнопочку я спрятал в шалкере, ты о чём? Вот эта вот кнопочка, с помощью которой можно становиться предателем. Не надо так смотреть на меня, это ты меня научил всему. Так вот, что ну тихо. Чё разорались-то, а? Я не поняла. Не надо на него гнать. Между прочим, читерство — это профессионализм. А палки никто не отменял. Я сейчас вам тут всем повтыкаю, блин, куда-нибудь. Ну-ка, разошлись. Да всё, ты, убери палку. Чпунька на вас нет, чтобы палками каждому ещё раз очко поломать. Всё, пошли, Катюха, садись возле меня. А вы зоопарк вот этот ходячий играть научитесь. Ага.